В этот уикенд после зимнего перерыва возобновляется весенняя часть первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». В воскресенье 10 апреля в гости к владимирскому «Торпедо» приедет аутсайдер лиги «Подмосковная Коломна». Наша команда – явный фаворит этого противостояния. После 17 туров черно-белые идут на пятом месте, а в игре первого круга владимирцы на выезде уверенно расправились со своим будущим оппонентом со счетом 3-1. Единственное опасение перед встречей для черно-белых – это первая официальная игра после продолжительной паузы. В каком физическом состоянии команда подает матчу неизвестно. По контрольным играм выводы делать нельзя. Бывает, что команда побеждает во всех товарищеских встречах, но официальную часть сезона проваливает. Если же говорить о статистике, в зимний перерыв «Торпедо» одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и в 5 встречах уступила. Определенные сложности у тренерского штаба может вызвать и встраивание в состав новичков, коих за зиму набралось целых 6. В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим уже в это воскресенье. Матч с «Коломной» состоится на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Встреча начнется в 16:00.